Господь, Творец всего видимого и невидимого, Творец Вселенной, приходит на землю, воплощается, принимает на себя человеческое естество для того, чтобы человеку дать возможность по благодати стать Богом. Не крещающийся тебе, Господи. С праздником крещения, мои дорогие, всех вас сердечно приветствую и поздравляю. Вы не купаетесь? Я собираюсь. А вы для чего купаетесь? Это испытание определенное. Как бы, не знаю, может быть, есть ритуал в этом какой-то. Смыть грехи, так называемые. Только в крещение совершаете? Да, я только в крещение, я не морж. Ясно, я даже осенью не купаюсь. Как бы. Вот стою, настраиваюсь. А освящение купили происходит сегодня, а народ купается ночью. То есть как бы сначала народ купается, а потом купили освящается как-то. Нет, ну это традиции русского народа. Не купается ночью, вот эта ночь, крещенский сочельник. А все в одно естество на земле, оно освящается Божьей благодатью. И поэтому люди, ну, не ждут вот самого чина освящения, великих богоявлений, а начинают уже с ночи принимать вот такие вот экстремальные купания. Но само по себе таинство освящения воды, оно именно сейчас только и состоялось. А вы ведь купались сегодня ночью? Ну, я открыл этот сезон купания, скажем так, да, это крещенский сочельник, я искупался, и сейчас вот планирую тоже еще раз искупаться. Ну, тут самое главное подготовиться морально, духовно подготовиться, вот, а потом еще и физически подготовиться. Это именно что, если больной человек, то не рекомендуется, если выпивший человек, тоже не рекомендуется, это по медицинским показателям. В любом состоянии. А так вообще духовный человек подходит, и Господь дает дар благодать исцеления. Хорошо, бодрит, а? Первый раз? Нет, каждый год. Каждый год? Последние три года. Почему это делаете? Ну, хочется очиститься духовно. У всякого есть грехи. Вот. Пытаюсь стать лучше. Ну как там, холодно? Да нет. Нормально? Да, вполне нормально. Всегда купаетесь? Да, каждый год. Вы только в крещении? Ну как бы да. А вообще не можешь? Ну иногда на рыбалке. Когда потонешь, что-то провалишься. Да? Да. Но в одежде. А? Но в одежде уже. Ну конечно. Для чего вы купаетесь в крещении? А вы знаете... Вера, не вера, уже как бы уже традиция стала. То есть себя проверить, то, что как бы болячки какие-то проходят. Ощущение соединения с Высшим, с Духом Святым, с нашей Церковью Православной. Дух сильнее, чем тело, поэтому он заставляет туда прыгнуть, нырнуть. И это благость. Возникает благо. Благое чувство возникает. Как вы его чувствуете? Вот можете описать? Ну, это восторг, это тепло, это соединение какое-то, воссоединение внутри, целостность. То, что я сейчас стал целым. Это хорошо, это здорово. И я рекомендую всем это делать, как я и мои друзья сейчас тоже окунулись. И я приглашаю всех на прорубь. Но именно здесь не физическая составляющая, это не закаливание, это Дух Святой. Он не сходит на всех, кто здесь. Поэтому люди вот в таком порыве едином. И все вместе.
мы здесь все вместе. Это здорово.